приехали на наш участок. Пока все в траве. Сейчас мы ее выкосим. Сегодня будет нам забор ставить. Приезжает мастеровид. Забор у нас будет с профлиста. И обычные двери, которые не двери, а ворота распашные. На прошлом участке, который у нас наверху находится, в этом же поселке, там у нас раздвижные ворота. Кто не смотрел видео, можете посмотреть. В плейлисте есть мастеровид. Отзыв, по-моему, вот так его назвал. Ну, а сейчас покосим траву. Будем ставить забор. Тоже все сниму, как его будут ставить. Потом, скорее всего, надо будет вызывать. Ну, даже не скорее всего, может, через месяц, может, не через неделю, через две вызову парней, которые туалет ставили. Поставят тоже здесь туалет. И на какую-то бытовку будут ставить. Так, ну вот, уже поставили столбы, получается, по периметру. Вот машины стоят, мастеровито. Вот они, столбы. Сейчас будут уже ставить профиль. Я как раз кашу. То есть они ставят, а я кашу траву. Мой триммер Патриот, тот, который на колесиках, он что-то заливает его бензином и глохнет. Надо будет разбираться, в чем проблема. Но сейчас пока я таким кашу, косой кашу, короче. И вот эти кусты сейчас покашу все. Ну вот, то надо будет еще леской пройти, чтобы идеальный газончик был. Отлично будет. Двумя бригадами приехали с мастеровита, быстренько они это все сделали, столбы поставили, по уровню все выровняли. Еще что обалденно с мастеровита, когда они приезжают, сразу дают прибор, который замеряет толщину металла. То есть они замерили, вы посмотрели, все, если вас устраивает, подписываете, вносите взнос за материал, а уже остаток за работу, когда уже все будет готово. В общем, такие у меня причиндалы. Маска, потому что аллергия. Если без маски косить, весной в траве будет, он 2 дня будет сморкаться. Что за муха, блядь. Потом головной убор, обычная тряпка. И этот защитный шлем. И все. Вот такая вот амуниция. Кашу. Короче, у нас будет буква П профиль, а соседями будет просто обычный забор их. Сетка. Но зато будем лес смотреть, на лес. Видим. Хорошо. Сейчас все докашу. Забор поставят, дальше сниму. Ворота уже почти поставили. Покажем сортир за 40 тысяч. Что можно купить в Москве за 40 тысяч? Вот что можно купить. Сортир. Сейчас я все досконально покажу. Вот он открывается. Вот такой вот туалет. Высота у него где-то 3 метра. До самой макушки верха. Туалет я брал под свой рост. 1,92 м. Я сюда вполне комфортно помещаюсь. Так, вот оно само седалище. Ой, блядь. Вот. Выкопали два кольца. Два кольца и поставили сверху круг. И вот такая штука закрывается. Все вместе, с работой, с кольцами, я дал 40 тысяч. Значит, по минусам. Туалет хороший, сразу скажу. Так он выглядит со стороны. Он уже обработан, но его нужно красить. Вот туалет. Теперь давайте по минусам. Значит, первый минус — это просверлили дырку насквозь. Туда будет затекать вода. Нужно будет там чем-то заделать. Можно ничего не делать, ничем не заделывать, но мне это будет бесить. Я это заделаю. Так, смотрим дальше. Тут та же система. Там вон тоже просверлили дырку не там, где надо. Так, значит, это я уже попросил вам просверлить ушки для замка. И еще, когда вы покупаете туалет, сразу просите, чтобы вам присверлили на анкерные болты. То есть вот они поставили анкерные болты. Вот он. Раз, два болт. И здесь. Но здесь почему-то они не докрутили. Не знаю, почему уж не смогли. По поводу
колец нареканий нет, они поставили два кольца и сверху поставили этот блин. Почему обычно так никто не делает в Подмосковье? Я попросил, чтобы можно было в этот круг засверлиться именно анкерными болтами. Ну и как-то какое-никакое это было бы, ну, устойчивость какая-то лучше, чем на кирпичиках. Значит, и вот это еще один минус, это эта сидушка дохлая. То есть, когда на нее садишься или там встаешь, она начинает прогибаться. И можно туда упасть, может быть, со временем. Эти тоже хлюпенькие. То есть, сделано как бы нормально, но все равно там проблемный косячок. И вот здесь, видите, она открывается, вот, упирается вот в эту штуку. То есть, полного распахивания двери здесь нет. Вот, видите, вы уперлись. И все. Так-то, в принципе, туалет нормальный. Но 40 тысяч стоит. Сейчас мы еще купили краску. Краска нам обошлась в 6 тысяч рублей. Плюс там кисточки всякая. В общем, где-то 6200 мы отдали. Округлим до 6. По факту выходит вот туалет поставить с работы, совсем приехать, сами покрасить. 46 тысяч рублей. Это сейчас 2022 год. Август месяц. Сейчас мы покрасим, покажем дальше результат. Мы практически уже заканчиваем наш покрас. Внутри Катя уже покрасила. Я снаружи покрасил. Сейчас Катя доделывает за мной. Докрашивает. Вот такой цвет получился. Но это один слой. Сейчас мы будем вторым слоем проходить. А внутри такой светлый получился оттенок. Ну все, в общем, мы доделали. Наш туалет докрасили его. Такого цвет получился. Прикольный. Интересный. Вот цвет Тиффани. Необычно. А внутри мы покрасили вот этой вот краской светлой. Краска такая, Катя накрашивает. Такой цвет приятный. Ну, она не прям в белизну прям отдает. Ну, такая светленькая. Эти штуки не стали красить. Потому что, во-первых, я туда не достаю. Там высота, по-моему, большая, стремянка не хватает. И если, допустим, на следующий год увижу, что будет там гнить, еще что-то, тогда докрашу. Сейчас уже не хочу. Ну и внутри. Вот, собственно, все покрасили. Вот такой вот туалет вышел вам. За 40 тысяч. У меня рост 1,92 м. Я туда захожу. И у меня еще место там, я не знаю еще сколько. Ну, два человека там, наверное, точно поместится. Большой туалет. Это интересно, зачем двум людям одновременно заходить в туалет? Женщины же ходят вдвоем одновременно в туалет. Маленькие девочки. Ну все, забор поставили. Здесь я скосил, чтобы было место, где развернуться. Это внутренняя сторона к соседу, которого выходит. Так, это другая сторона. Тоже все сделали, поставили везде такие антивандальные заклепки. Я попросил на каждый лист по две штуки. Их ставили для того, чтобы не своровали забор. Потому что здесь странные люди живут. Этот на Домодедовской, значит, выставка домов, зашли, а тут типа банька. Ну что, заходи. Только вот так он может зайти. Это для картиков. Если честно, даже мне эта дверь... Тут застрянешь, блин, в этой двери же, ёпта. Как Винни-Пух.
Будешь ждать весны, пока они похудеют. Да. Для кого такое дело? Мы заказали с завода в Турции кисть для подхватов штор в эксклюзивных цветах. Такие подхваты только у нас. Сейчас распаковываем и показываем вам. Кто еще не подписан на наш рабочий YouTube, подписывайтесь. Ссылка будет под видео. Классно. Тоже подход. Таким образом. Сейчас вторую коробочку открою. Это еще не все. Это образцы. Сколько их ждать получается? Месяц? Ну, примерно, да. Ожидание этого месяца. Это вместе с доставкой. Вот, что я очень хотела. Вот эти вот кисточки, вот эти вот просто красотулечки. Посмотрите, что за цаца, бисер. Просто восхитительно. Я с такими коллекциями работать не хочу, называется. Вот. Такие же божечки. На нижний край римской шторы, на портьеру. Посмотрите, какая пышная кисть. Ну просто сказка. Это когда вот штора вот сюда заводится, и вот оно вот так красиво начинает хвататься. Есть еще наконечник. Мы еще не повесили штору. Какой же интерьер должен быть, что можно в деревянный дом, если там преобладает. Вот из покадовскую квартиру, я помню, шили, когда стыковали рисунок, дом из дерева был. Вот туда эти подхваты просто шикарные.